Большой привет пользователям MotoLB.ru, меня зовут Игорь Знаменский, я комментатор телеканалов Viasat Sport HD, и давайте уже выигрывать деньги. Как говорится, коней на переправе не меняют, но мы сделаем сегодня именно это. Откажемся от системы меньше 5,5 на НХЛ хотя бы на один день и обратимся к Мир НБА, тем более, что много матчей, есть за что зацепиться. Две команды, играющие в разных условиях, с абсолютно одинаковыми формами, минус 6,5. Портланд в гостях против Атланты, мы ставим на Атланту минус 6,5. И Бостон Селтикс у себя дома принимают Хьюстон Рокетс, мы ставим на Хьюстон тоже минус 6,5. Рокетс, во-первых, очень здорово играют в последнее время, даже без Дуайта Ховарда. Они обыграли Бостон в трех последних очных матчах, каждый раз пробивая фору 6, 7 и 10,5 очка. И они хорошо смотрятся в последнее время. Плюс матч еще высокорезультативный, что поможет нам наверняка обрести значимую победу с разницей больше, чем 7 очков. С Атлантой все по-другому. Атланта очень горяча, выиграла 17 подряд матчей, почти всегда пробивает минусовую фору. Пробила минусовую фору против Портленда в предыдущем матче, там достаточно сильно соперника удивило. И Блейзерс на выезде играют очень слабо в последнее время. У них в принципе 4 поражения подряд на выезде, 6 поражений в последних 8 матчах. Команда слаба, и поэтому всего лишь минус 6,5 после того, как Атланта выиграла в Портленде. Это звучит несколько нелогично. Соответственно, два матча, два раза по минус 6,5, и всем будет хорошо. Я уверен, завтра будет что-нибудь еще интересное.